Подходит к концу год 2013, а с ним и первый год после избрания нового состава парламента Украины. После не слишком успешного начала Верховная Рада все же приступила к выполнению своих обязанностей. Наиболее рьяно рвутся выполнять наказы избирателей, конечно же, мажоритарщики. Среди них и наш земляк Николай Жук. После 3 лет руководящей работы на должности начальника областного управления по делам семьи и молодежи, неудивительно, что новоизбранный нардеп вошел в состав комитета по вопросам семьи, молодежной политики, спорта и туризма. На протяжении года являлся автором и соавтором более 20 законопроектов, 5 из которых стали законодательными актами, которые подписал президент Украины Виктор Федорович Янукович. Работа дальше продолжается. В данный момент нардеп работает над законопроектами, призванными улучшить кредитование молодых семей и поддержать молодежь. Но естественно, что одной только работой в комитете и сессионном зале трудовые будни Николая Жука не ограничиваются. Половину своего времени он традиционно посвящает родному городу, его жителям и выполнению их наказов. Потихоньку втянулись, и самый главный позитив получаем, как бы кто ни говорил, но после общения с людьми, после тех приемов, после личных встреч на сходках самих жителей. И за этот год мы проанализировали, мы ежемесячно проводили приемы, в которых побывало больше 3500 человек, и абсолютно с разными проблемами, абсолютно с разными вопросами, большинство из которых нам удалось решить. Во время предвыборной кампании много шума наделала ситуация с транспортным сообщением между городом и Матвеевкой. Перевозчик то приходил, то отказывался от маршрута. Страдали от его метаний простые жители, лишенные возможности быстро и с удобством перемещаться между микрорайоном и областным центром. Наконец-то ситуацию удалось взять под контроль, и ныне идет работа по оптимизации маршрутов пассажирских перевозок. То, что люди просили по закольцевать и пустить автобусы по самой Матвеевке, мы это сделали. Сейчас по перевозкам в процессе закольцевать по нескольким улицам третий маршрут по Варваровке, чтобы люди не шли 2,5 километра домой, а могли там до 500 метров уменьшить это расстояние. Думаю, что нам это удастся. Весь год также продолжалась начатая еще в 2012 году работа по асфальтированию межквартальных и дворовых проездов. Нардеп отчитывается, по центральному району Николаева данная проблема практически решена. Осталось всего несколько адресов, где работы продолжаются, но и они до конца года должны быть завершены. Также обстоят дела и с обеспечением дошкольных учебных заведений необходимой мебелью и инвентарем. Представители местных детских садов неоднократно обращались за помощью к Николаю Жуку, и просьбы их были услышаны. Помимо точечной помощи проводится и глобальная работа по обеспечению маленьких николаевцев современными и комфортными местами в детских садах. Нам удалось выделить из государственного бюджета 1 200 000 гривен на Терновский детский сад. Это отдельно стоящее здание для того, чтобы там запустить дополнительно еще 2 группы. Мы прекрасно понимаем, что мы не снимем полностью всю проблему по самой Терновке, но это тот толчок, который даст возможность хотя бы минимум 70 детей дополнительно обеспечить пребывание непосредственно в детском учреждении. На следующий год мы планируем завершить полностью реконструкцию и снять проблему пребывания детей, снять очередь, чтобы не было по Матвеевке. В этом году мы по Жукневому району Галициновский детский сад полностью утеплили, перекрыли крышу. Начатая несколько лет назад работа с молодежной общественной организацией «Альтерспорт» продолжает приносить свои плоды. Напомним, в прошлом году совместными усилиями власть имущих и молодежи в Парке Победы был открыт новый в Николаеве современный скейт-парк. В этом году его аналог, но больший по размаху, смонтирован и в Корабельном районе. Молодежь тянется на открывающиеся спортивные площадки, занимается спортом и, главное, готова прививать такую же любовь к здоровому образу жизни и подрастающему поколению. У них больше стало времени для того, чтобы пускать социальную рекламу о здоровом образе жизни. И самое главное, что они еще, будучи вчера студентами либо школьниками, сегодня начинают учить наших маленьких николаевцев и прививать у них знания и
развивать у них умение вести здоровый образ жизни. Вот, и это очень приятно. То, что, в принципе, на сегодняшний день аматоры, они превращаются в профессионалов вот, с таким педагогическим образованием для того, чтобы обучить наших детей. Спорт должен стать неотъемлемой составляющей жизни николаевцев. Для этого во дворах появляются турники и скейт-площадки. В области проводятся соревнования местного значения и не только. Уже несколько лет кряду при содействии Николая Жука Николаевщина становится местом проведения Кубка Лиманов, масштабного авторалли международного уровня. Поддерживать такие спортивные массовые проекты, уверен народный депутат Украины, стоит уже хотя бы потому, что они делают активный образ жизни привычным и привлекательным. Эту цель Николай Жук отстаивал, будучи депутатом Николаевского областного совета и начальником управления по делам семьи и молодежи. Не отступается от нее и сейчас, будучи народным депутатом. Абсолютно ничего не поменялось после того, как Жук ушел в Верховный Совет. Все то хорошее, что мы начинали еще как начальник управления, как депутат областного совета, оно все продолжено, вот, оно все имеет место быть и оно все будет. Поэтому если большинство людей это нравится, значит это нужно поддерживать, это нужно финансировать вот, и привлекать как зрителей, как спонсоров, так и молодежь вот, вести здоровый образ жизни.